Мы сейчас находимся на Асусе в зоне старкрафтеров. Видим, как у нас тут играют такие известные варкрафтеры, как Кас, Хэппи, почему-то играют StarCraft. Вот. Мы им мешать не будем, а вот те, кто не играет и смотрит, мы можем как бы задать пару вопросов. Например, чем они тут занимаются? И, ну, в общем, некоторые игроки в лицо вам неизвестны, а известны в онлайне. Сейчас мы их попробуем отыскать, наковырять. Привет. Можно тебя на камеру снять? Можно. Расскажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь и как тебя зовут? Меня зовут Максим. Я пришел на Asus поиграть. Мой ник — Человек. Что еще можно добавить? Ну, удачно поиграл? Нет, сильные очень игроки, и еще уровень не тот, чтобы с ними как бы полноценно тягаться. То есть... А за кого ты будешь болеть тогда? Пока еще не решил, там посмотрим. Ну, я так поняла, ты украинский игрок, да? Да, я киевский. Киевлянин. Значит, будешь болеть либо за Каса, либо за Димагу, да? Ну, посмотрим. Или за Блая? Ну, наверное, за Каса буду болеть. Понятно. Ну, судя по тому, что ты с ним сидишь, будешь болеть. Ну и как у него сейчас дела там? Как обычно. Как обычно, хорошо? Ну да. Ну ладно, пожелаем вам с Касом обоим удачи. Вот, пойдем дальше знакомиться. Так, а это у нас болельщик или игрок? Болельщик. Болельщик, за кого болеете? Уже нету времени играть в StarCraft совершенно. А во что вы играете тогда? Ни во что, я сейчас работаю только. Ушел из StarCraft. Какими судьбами тогда сюда, в игровую? Узнал, что будет проходить этот турнир, и решил хотя бы в первый раз прийти, посмотреть, как выглядят эти люди, которых я всех знаю как бы, ну, в электронном мире, но не в жизни. И как они выглядят? Кого знаете здесь? Как обычные люди. Ну, знаю как бы всех практически. Ну, очень мало каких-то новых имен, по крайней мере, для меня сегодня. Но в жизни видел, практически никого не видел из них. За кого болеете? Вы знаете, я еще не знаю сетку турнира этого, не знаю толком, кто будет болеть. Ну, скорее всего, что да, за кого-нибудь из Empire. Ну, за наших, за украинцев. Понятно. И... если будет играть Димага, то за него. Но я еще не знаю, или будет он сегодня. Я его сегодня видел здесь, но я не знаю, или еще он есть в этом турнире. Ну, раз он здесь, наверное, есть. Может играет, а может просто приехал поболеть. В общем, ставите на Димагу. Ну, скорее всего, вы знаете, да. Он в последнее время, когда повредил ногу, у него есть время для тренировок, поэтому, скорее всего, что он выиграет. Понятно. Ну, посмотрим, насколько ваш игрок будет успешным. Пойдемте дальше. Так, а здесь у нас один играет, один смотрит. Представьтесь. Добрый день, меня зовут Вадим. Болею за команду Incredible Panic, Сливка. Вот, собственно, играет. А просто болеете или вы тут играли? Болею. Ну, как бы его приютил, он приехал с России. Вот. Ну, будем за него болеть. Сетка у него сложная, конечно, с Хэппи у него. Ну, посмотрим. А вы уже знаете, какая сетка? Да. Ну-ка расскажите нам, мы еще не знаем. Ну, у него в сетке, раз уже ее поменяли, у него Хэппи, Underdark и еще Ролл. Ну, посмотрим, как выступит. Ну вот, разыгрывается, уже выиграл, молодец. А как вообще получилось так, что игрок известный приехал в гости, сами пригласили, или он там как-то напросился, или вы друзья, или... Ну, как бы как первый раз его вижу, но на самом деле у меня хороший друг есть, он менеджер Incredible Panic работает, вот, IPVille. Вот, ну, собственно, мы с ним хорошие друзья в одном городе, вот, ну, он попросил. Мы, собственно, проявили благородство, приняли гостя. Вот. И пожалели, нас. Конечно. Отлично, будем болеть, значит, точнее, пожелаем удачи вашему игроку, мы-то за всех болеть будем. Спасибо большое, всего доброго. Так, поехали дальше. Дальше у нас Сливка, привет. Привет. Ну, я тебя немножко представила, ты можешь полностью себя назвать и рассказать, что ты здесь делаешь и насколько успеешь. Ну, я Артем Горовцов, играю под ником IP Сливка, а здесь я приехал побеждать. Вот, ну, успехи пока не знаю. Сейчас проведем первые игры, и там будет видно, что да как, что как подготовлен. Кто у тебя первый соперник? Я не знаю, но в группе у меня Хэппи вроде как, Ролл и Underdark, как бы, ну, Хэппи опасность всех, как бы, ну, Ролл и Underdark. Ну, их всех можно выиграть, поэтому я буду стараться, и главное собраться. Если соберусь, то без проблем все будет. Ну, не похоже по тебе, что ты в себе не уверен в данный момент. Как вообще себя ощущаешь? Ну, вообще хорошо, как бы,
посмотрел город, Киев здесь впервые. Так вчера нормально погуляли, как бы посмотрели все. Достопримечательности. Красивый город, кстати. То есть, да, мне город. Понравилось, да. То есть, здесь хорошо. Мне нравится. Атмосфера замечательная. А? Атмосфера замечательная в городе. Да, да, люди, кстати, добрые довольно-таки. Даже по сравнению с Россией, вот так, знаете, ну, отличается. Реально есть разница большая даже. Отметочка такая по сравнению с Москвой. Ну да, ну и даже в моем городе тоже. То есть все-таки здесь люди такие подобрее, более душевные какие-то. Это конечно, плюс. Это хорошо. Модный такой вопрос. Раз ты в первый раз, как тебе клуб? Клуб хороший, как бы. Правда, есть некоторые компьютеры лагают, это, конечно, плохо. Мне пришлось третий компьютер, на который я пересел, то есть пересаживался. Но так клуб, конечно, классный. Много народу просто. Ну, здорово здесь, в общем, да. А для тебя большое количество зрителей, они играют на плюс мораль или на минус мораль? Да они вообще никак не играют, если честно. То есть, как бы, я играю все-таки больше для себя, как бы, и для людей, которые, ну, меня верят, то есть, да, которые, как бы. А зрители, ну, я постараюсь, конечно, создать какое-то шоу, да, но все-таки я буду стараться больше на, как бы, успех, ну, именно в игре, а не больше в игре, там, какими-то, ну, непонятно чем. То есть, именно главное, это, чтобы победить. Вот, ну, как-то так. Отлично. А, ну, пожелаем тебе удачи на этом выступлении, вот, и, может быть, увидимся попозже, поговорим. Хорошо, спасибо, до свидания. Так, ну все, закончим на данный момент, а то какое-то длинное видео получится, вот, потом еще чего-нибудь отснимем. Пока.